Во Владикавказе создадут оперативные ситуационные центры. Задача – продовольственная и консультативная помощь горожанам в период карантина. Организационные вопросы обсудили сегодня в администрации города. Совещание провел глава муниципального образования Русланбек Икаев. Обсудили предполагаемый состав штабов, их функционал и расположение. Они будут созданы в каждом избирательном округе. Также планируют создать и дворовые ситуационные центры в многоквартирных домах. Наш народ много раз показывал свой героизм, патриотизм, когда страна была в опасности. Сегодня такая же ситуация. И сегодня героизм и патриотизм заключается в том, что самоизолироваться. У кого есть возможность помочь самоизолироваться соседям, родственникам и так далее. То, что мы сегодня вынесли решение организовать штабы в каждом избирательном округе, это в первую очередь делается для того, чтобы в случае обострения ситуации людям было кому помочь, чтобы эти штабы были все на связи, чтобы люди понимали, что они не брошены в тяжелой ситуации, и они рассчитывали на помощь власти и депутатов, и вот этих всех штабов. Потому что эти штабы будут круглосуточные, и они будут все созданы для помощи населению.